У нас посылочка для буста пришла. А ну, открывай. Что у нас там? О, смотри, как нам бонусом дали еще и переднее крыло. Офигеть, а ну, доставай заднее. А ну-ка, давай. Только надо не поездиться. Да, давай. Обалдеть. Вот это крутяк. А ну, сейчас откроем. Покажем. Так, вот бонусом мне дал грач переднее крыло. Офигеть, спасибо. Погнали дальше. Ну вот заднее. Крутяк. О, уже обдумали насчет крепления четвертого болта. Сейчас я покажу. Вот здесь вот этот четвертый болт, вот он аж там. Соответственно, к нему подобраться практически нереально. Это разве что, чтобы не снимать рычаг. Вот, они убрали его полностью. Крутяк. Сейчас поставим. Так, снял болты, открутил. Конечно, я забыл свою любимую отвертку. Даже вот это вот, вот этот наборчик с битами от Xiaomi виховский не особо мне помог открутить. Вот, ну и соответственно четвертый болт, он к нему фиг подлезешь, если, допустим, не снимать рычаг. Сейчас буду ставить уже вот этого красавца. Итак, поставил я крылья, вот заднее, вот так оно смотрится суперски, и переднее тоже, то есть прям аж под кубик четко идет. Еще раз спасибо за крылья. Кому интересно, ссылочка будет в описании, закреплю и в комментариях тоже. Поэтому, вон, родные крылья, это передняя жесть. По ширине, если посмотреть. Ну и задняя, то есть вообще тоже ни о чем. Все заляпанное, мягкое. Так, чисто для красоты оно здесь стоит. Что передняя, что задняя. Теперь будем тестить. Покеда.